В общем, всем привет. Вторая часть продолжения. Но у нас второй день. Все, взяли с собой бензовес. Что мы, болгарку взяли. Что мы еще брали? Да, короче, весь инструмент взяли. Все, что нужно. А, лебедку взяли еще. Все, отец пока поехал за телегой. Телегу не переплавляли, там же мотоцикл стоит. Почему на мотоцикле, почему не на двух квадриках? В общем, кое-какой ремонт нужно сделать тем квадрикам. Запчасти пока с Китая идут очень долго. Больше месяца. Доставка. Вот. Короче, сейчас что? Упаковываем баллончик. Вот этот вот. Все это дело в телегу. Вчера ездили через болото. И телега капец как держит квадроцикл. Он буксует везде с этой телегой. По ровной это ничего, а вот где болото, где грязь, квадроцикл встает через каждые 100 метров с пустой телегой. Сегодня загрузим туда только баллон. Все остальное постараемся загрузить только на квадроцикл, чтобы телега была максимально легкая. То есть на этой телеге по болоту металл не увезешь. На квадроцикле точно. Ее цеплять только, наверное, за каракап. Тогда да, тогда пойдет. А квадрик с этой телегой по болоту, короче, не едет. Буксует. Все, сейчас упаковываемся. По возможности что-то на квадроцикл привяжем. Что-то я на мотоцикле возьму. Что-то привяжем в телеге. Сейчас, короче, ждем отца, пока он привезет телегу. Пока ходим на Микацу. Но я уже заказал маленький моторчик. По стоимости, что он там, 11, нет, 12 тысяч. Какой фирмы, даже не помню. Тяжелый он, таскать неудобно. Баллоны, ой, бак, шланг, мотор этот весит 25 килограмм. Неудобно. Тут, блин, перетянуть речку, ну тут 10 минут времени. А приходится вот это вот все таскать. Прицепом приехал. Все, грузимся. Мостом он дерет. Блин, тут надо что-то ложить, что-то делать дорогу. Это не езда. Попутно накосили. Перекусить хватит. Черемши. А что на дороге растет? Попутно уже, ладно. На, вообще. В общем, едем. Сейчас заедем еще на приваду. Я взял с собой фотоловушку, аккумулятор. Поставим. Вдруг еще раз придет. Хотя бы на фотоловушке его заметим. Посмотрим, кто там вообще, какой медведь ходит. Потому что следов я не видел. Все, сейчас. Уже почти подъехали, заскочим, поставим и попрем за металлом.
В общем, такая вот приспособа, аккумулятор, металлический ящик. Сейчас мы закроем. Так, все. И прикрутим саморезами. Я думаю, что этой батареи теперь надолго хватит. Наконец-то я все сделал по-человечески. Купил аккумулятор. Сейчас, конечно, это надо было все зимой делать заранее, а не сейчас, когда уже сезон закончился. Ладно, ждем. Вдруг еще зайдет, хотя что-то я уже сомневаюсь во всей этой охоте, если честно. Едем потихоньку. Где-то они отстают с телегой. С телегой быстро не поедешь, баллон еще все равно прыгает. Да и телега же, она без пружин. На каждой кочке подпрыгивает, подскакивает. Так что потихоньку добираемся. Добрались наконец-то до места. Сейчас. Будем потихоньку кромсать, таскать. Сейчас главное нам ее распилить. Ее же резать не будете, папа, нам пойдет? Паша, кидает. А он кидает сюда. Давай. Тут похоже. Папа, надо... Там же ты сосен. Немного уже оторвали. Сейчас располовиним. Что получится, срежем. Остальное будем лебедкой выкорчевывать. Смотри, за там. Не отрезал. Да там не, я не знаю там. Сейчас перепилим еще переднюю часть, и она кусочками, в принципе, разберется. Ну-ка. Папа, сходи. Раз, два. О, добрый кусок. Ну, неплохо подумает. Ты там не держишь? А, ты эту. Папа, сходи. Есть контакт. Ну, что такое? Мы ее так перевернем, если тут это потом перевернем и все. Я говорю, работа идет, дела продвигаются. Самый главный работник сегодня у нас. Ты там не бузи, мой. Бузи себе. Ты что там крутишь? Ты дал себе? Ну, папу снимай, как лезет. Давай. А, там уголки снизу, вот что это и не оторвать. Там-то она отломана. Ну сколько это, папа, кусок, думаешь, будет весить? Ну вот же я, что-то там. Ты там оставил уже полглотка. Тебе хватит, на. Ты сейчас еще высосишь половину. Пошел ты нафиг, понял? Наглый, на. Как танк, на. Лесу все, да? Сколько зелени, да? Ну, что июнь уже. Да, все отвечает. Такси, да? Надо ударить ее в бок, она должна отскочить. Надо все. Вот, ломал. Труба не нужна?
На печке. Мы что, ее не вытаскивали? Не будешь резать? Да, на победу, да что? Она же меньше. Скоро останется. Да, останется. Там еще 9 идти. Еще по 50. Маленько не дорезано. Капельку. А, кусочек пойдет. Вот это резать не надо нам. Так. Этот у нее не тяжелый. Потихоньку. Слушай, да. Да давай вдвоем. Да принимай. Да. Вот угольник огромный. Да, такой мета уже редко где попадает. Трубка у нас войдет тоже. Утка. Хлебушек вон. Все, лези. Ну во, боялись, как мы ее возьмем, да? Что нам бояться? Мы все равно выдернем на нее. Надо было сейчас, знаешь, тросок маленько. Больше, чем считаем. Ну ты, конечно, резать. Сосед дома вся проблема. Заправим. Бензопила. Тут бак вообще сухой, походу. Конечно, сухой. Сливал? Конечно. Он бежит. А зачем мне зиму бензин там? Все, это уже пила реалитет. Ралли отец. Хватит по бутылке завести. Хватит. Много-то не надо. Не надо, пожалуйста. Сейчас они вон в Чермете их везут целиком. Новые пилы сдают, вон там валяются кругом. Никому не нужны. Сейчас все на китайские перешли. Надо было взять пару уралов. Что с ними делать? Что, Серега, с ними делать? Нам вот этого монтаж на 100 лет хватит. Монтаж. Ну, вот это сразу. Человек столько не живет. Куда сейчас придется? Все, все, руки. А что это лоб? Это каток. Только он как короткий. Рвался. Опа! Не хватает. Ну-ка. Не хватает. Это поворот. Сейчас, 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 сейчас. Папа наш срегулирует. Надо убрать. Да хорош-то? Хорош. Подняла? Подняла. Такую с земли вытащила. Ну за силу-то, ё-моё, лебёдка. Лопату, лопату. Какую лопату надо убрать? Ё-моё, тут железяки. Это тяжело. Мы бы ее так не разрезали, её по-любому только переворачивать. Да. Сережа, убери это тросика. Этот кусок будет тяжелый. Так, да. Ладно, сейчас уберем, то видно будет сюда. Мы не знаем, что дальше. Пусть отстирает. Валды можно даже подзагнуть, да? Ударить туда вниз. Что, уже остыло? Горячий еще. В телегу аккуратно ложи. Да пусть остынет. Горячий.
наверное, хватит. Хватит сюда. Пока отец здесь дорезает, здесь уже на самом деле финальные штрихи. Пойдем с Серегой пока закидаем телегу и начнем возить в центральное все это избе. Тут, слава богу, недалеко до базовой, километра на полтора. Все туда соскладируем. Закидали еще одну телегу. Сейчас только здесь по бортам тряпку постелим, чтобы не замять борта. Так, металлолом. Классный. Нормальный, ну. Разобрали эту раму. Или что это было, я так и не понял. Но явно таскали технику, потому что металл толстый, и это явно не под будку было сделано. Трактора возили, видимо, на этой штуке. Но потом не понадобилось, и они ее закопали. То есть надо было выкопать яму и закопать ее полностью. Потому что такая установка, она явно бы сама не утонула. Все, сейчас дорезаем крайние штрихи. И... с этим делом заканчиваем. Закинули третью телегу. Но тут тоже вес имеет железяки. Да, железяки толстые. Металл хороший. Добротный такой. Металл совсем отличный, да? Но пойдемте глянем, что там еще осталось. Кислород все на исходе. 2 очка. Ну вот тебе баллон ушел сюда. Полный же был. Это уже на другую тележку пойдет. Все, осилили. Здесь это можно строить сейчас землянку. Яма уже есть. Еще одна телега. Металлолома. Допиливали уже болгаркой, так как кислород закончился. Но там совсем чуть-чуть ушел полностью баллон кислорода и несколько дисков. Под этой рамой был еще радиатор вот такой масляный, здоровый. Он на всю телегу. Сейчас еще металлоискателем проверим, в этой яме есть что или нету. Ну под ней надо посмотреть, может быть, еще глянуть и все. Валять. Ну что? А что ты лопатами захотел? Вот лопата. Что-то будет, ну пикни это. Пи-пи-пи-пи. Не, на ноги не пикай, железо. А вот это трос пик. Там трос, наверное. Там трос. Там был трос? Да. Был. Ну-ка сиди. Чего ты? Там может что-то. А сейчас, может, на калины реагируют? Да, есть.
нифига, там же тут ничего нет. Ничего-то тут. Опа. Папа, копай. Тут что-то. Что-то записали. Не-не, там что-то есть. Конечно, есть. Копай. Ой. Что это? На какой глубине? Ё-моё, сколько это металла мы сегодня находим? Да, сколько остается еще это? На глубине. Это сколько еще металла? Он металлос... Он у нас металлоискатель 25 сантиметров. Ну 30 это прям потолок, если большая железяка. Железка, по-моему, неплохая. Две их сразу. Две весят. Ух ты, какие тяжелые. Да трактор, наверное, все тяжелое. Это же не Жигули. Папа еще кусок не забрал. Нашли свой лом. Чудики. Искали его потом. Видишь, я нашел лом. А ты, я думаю, чем ты долбишь? Ты это монтажкой долбишь? Но. Я даже внимания не придал, думаю, откуда ломик? Еще один. Вот. Здесь вообще это пень рвали, провода мотали, это штучка эта была, растягивали. Вот и ручка. Все нормально. Серега, тебе что, тут места мало? Не сидеть на земле. А что, вон сколько, это какая ямища? Не надо мне на земле. А что я на земле, что будет? Это все клещей собирает. Хорошо. Пешка покидали, да? Ну, что могу сказать по сегодняшнему дню. Все. Выкорчевали эту железячину. Железяка тяжелая. Я думаю, что тонну она точно будет весить. Потому что стенки толстые. Реально сантиметровый металл. И вес тяжеленький. Вот. На сегодня все. Не знаю, поедем, не поедем еще, правда. В зависимости, как взойдет трава. Потому что листва, все, черемуха уже цветет. Ну, время июнь. Если трава сейчас подрастет, то все, с металлом, как минимум, либо до осени, либо до следующей весны мы завяжем. Просто в траве искать — это дохлый номер. Потому что мы уже неоднократно ездили по траве. Металлоискатель все путается. Кусты, все, листва, это, ну, неудобно. И... Когда по новым местам ходишь, собираешь, весной можно где-то что-то поверхностно увидеть. Летом же, когда вот бурьян травы, ничего не увидишь. И жара, во-первых, и комары, и мошка. Ну, не буду рассказывать. Думаю, те, кто в теме, те знают. На сегодня все, ребята. Так что всем пока. Еще увидимся.